Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, я сегодня решила снять для вас окончательный вердикт по уходу за волосами от фирмы Капус. И здесь я вам хочу рассказать, какие продукты мне понравились, я повторю, их буду покупать. И те продукты, к которым я уже точно не вернусь, ну, наверное, только в крайнем случае. Если вам интересно узнать, что это за продукты, я приглашаю к просмотру и поехали! Начну, наверное, с очищения. Начну я с шампуня, который у меня сейчас остался единственный. Это шампунь Studio Professional от фирмы Капус, Дайли для частого использования, без содиума лаурена и сульфатов всяких разных парабенов. То есть там с ума сойти, какой он натуральный. Он идет такая у него оранжевая серия, вот здесь 350 мл. Аромат у него концентрированный, достаточно терпимый, сам по себе он концентрированный, хорошо мылится, то есть достаточно хорошо промывает. То есть вот в этом прямо вот ему плюсики. Минусы заключаются в том, что в начале, когда я им пользовалась, я пищала от восторга, а сейчас уже, когда его осталось совсем немножечко, я хочу вам сказать, последние разы я стала замечать то, что он безбожно высушивает мои концы. Да, если воспользоваться всеми уходами, которые предоставляет фирма Капус, то в принципе ваши волосы будут неплохие. Но мне не нужен тот продукт, который будет высушивать мне волосы настолько, что мне нужно потом брать силиконистые различные средства для того, чтобы их просто им вдохнуть жизнь. Поэтому, девочки, я не могу вам советовать покупать этот продукт. На натуральных волосах он так работает. Я боюсь подумать, что он будет делать на окрашенных волосах, особенно обесцвеченных. Мне кажется, там он их вообще будет убивать. Так что, девчонки, он стоит, конечно, что-то в пределах 350, по-моему, рублей, но это не тот продукт, на который стоит акцентировать свое внимание. И уж точно у девушек, которые, у кого окрашенные волосы, по моему мнению, он будет просто исчадно их сушить. Следующий продукт, который я вам хочу показать из этой фирмы, это их для меня легендарная маска, потому что я ей пользуюсь уже достаточно давно. То есть это, наверное, моя четвертая или третья баночка, которую я покупаю вообще за как время, как я узнала эту фирму. Это Капус Professional маска для волос с экстрактом пшеницы и бамбука. Здесь ее идет номинал 500 мл. У нее такой интересный запах, ее уже у меня нет, там она белого цвета, она не сильно густая, не сильно жидкая, она, знаете, такой густой бальзам, могу так даже сказать. Аромат у нее, я хочу сказать, химический, такой, знаете, студийный, то есть как раз вот в парикмахерских, в салонах красоты, в студиях красоты, именно мне, вот у меня ассоциация, волосы пахнут именно так. Это, безусловно, силиконистая маска, она, безусловно, такая, знаете, склизкая вот при нанесении на волосы. Но эта маска с волосами творит чудеса. Наносите ее, Дарвин, кш, я тебе. Наносите ее буквально на минут 15-20, и ваши волосы вам потом говорят спасибо. Они действительно рассыпчатые. Укладка после использования этой маски, она может держаться, девочки, сутки. Я делала укладку именно локоны, мыла волосы этой шампунью и пользовалась этой маской, и сутки до того момента, пока я не вымыла свои волосы, у меня были эти локоны. Я не использую никаких ни пен. Как я уже сказала, я не использую ни пенки, ни лаки для волос при укладке. Ну, в основном, то есть как бы, потому что пока я не нашла тот лак, который будет действительно держать укладку, и мне будет с ним комфортно. Но ко всему к этому я хочу сказать то, что, может быть, взаимодействие действительно этой маски, оно держит укладку. Мне, по крайней мере, понравилось, как она работает на волосах. И да, действительно, это та маска, которую вы увидите в моих покупках, я ее буду покупать, несмотря на то, что она силиконистая. Девочки, вот когда вы ее наносите на волосы, она достаточно экономичная. Ее, ну вот, допустим, на длинные волосы ее нужно совсем немного, вы ее распределяете, и буквально уже вот на глазах вы чувствуете, как волосы такие, знаете, вот они становятся гладкие, податливые. Когда вы смываете, вы чувствуете, какие они мягкие, шелковистые. То есть вот это реально ощущается текстильно, когда вы их трогаете. Это та маска, которая, вот знаете, когда волосы перевысушены, и вам нужно вот выглядеть хорошо, чтобы ваши волосы выглядели хорошо, эта маска вам действительно даст этот эффект. Поэтому присмотритесь к ней, она что-то стоит, по-моему, в районе 500 рублей, может быть, это вы найдете даже дешевле. Девочки, правда, очень хорошая, я от нее просто вот, ну, действительно в восторге. Следующее средство
двухфазная несмываемая, я ее показывала в покупках. Это капус, орган ойл, так, такая вот их пшикалка, можно так сказать, с пульверизатором. Наносите после того, как помыли волосы. И, собственно говоря, дальше расчесываете и сушите. И нам производитель обещает то, что волосы будут более здоровые, шелковистые, блестящие, напитанные, прям вот прям супер-супер. Но что могу сказать? Вот как вы видите, я делала заказ в ноябре месяце. Сегодня у нас февраль месяц, середина февраля. Вот сколько осталось. Я вам могу сказать, это не то, что оно какое-то экономичное, это просто тот продукт, к которому моя рука через раз тянется. Первый раз, когда я воспользовалась, я думаю, вау, какое классное средство. Да, волосы прям такие классные-классные. Потом я стала замечать, после того, как воспользуешься данным средством, да, расчесывание хорошее, да, вроде бы там где-то что-то неплохо, но волосы, они такие тусклые. Знаете, вот это вот ощущение какое-то вот, ну, не очень хорошее, не очень красиво, не очень это как, знаете, ну, не очень, мне не понравилось. Волосы действительно, они тусклые, они не блестящие, они не такие рассыпчатые, они какие-то, знаете... У меня сложилось впечатление, что они вот как грязноватые какие-то. Ну, мне не понравилось он действительно. Его осталось совсем немножко, я вот думаю, либо его выбросить, либо я его допользуюсь. Но, знаете, рука совершенно не тянется, и я уже точно не вернусь к данной покупке. Стоило оно тоже, по-моему, что-то в районе 500 рублей. Ну, фу, нет, девочки, не могу посоветовать. Я не знаю, как это будет работать, допустим, на окрашенных волосах. Понятия не имею. Но на моих волосах, когда... Вы, грубо говоря, натуральные волосы начинаете наносить данное средство, и волосы становятся тусклыми. А мне кажется, для окрашенных волос оно должно быть намного сильнее работать настолько, чтобы действительно волосы обволакивали и начинали блестеть. Не знаю, вообще просто на ветер выпрошенные деньги, и в следующий раз никогда и ни за что. Следующее средство для кончиков волос – это... Капус Professional Fluid для поврежденных волос. И здесь нам производитель обещает, что это не просто масло, когда мы наносим на кончики волос, что оно, допустим, делает внешние волосы более ухоженными, то, что этот продукт, который лечит. Вот здесь серединка на половинку. Мне нравится этим средством пользоваться, мне нравится у него аромат. Он достаточно очень приятный, сладковатый, мне даже кажется. Но... Сказать, что он лечит, девочки, ну, конечно же, он не лечит. Но визуально он, да, делает кончики более живыми. И это, наверное, то средство, которое, оно в любом случае должно быть у девушек, для того, чтобы кончики, они выглядели намного лучше, чем есть. К примеру, я его могу использовать для того, чтобы кончики не запутывались. То есть оно, вот это средство предотвращает запутывание волос. У кого длинные волосы, удлиненные волосы, кудрявые волосы, они это понимают, когда мальчики мои играют. Они понимают, когда волосы чуть-чуть подсушенные на концах, то это вообще просто катастрофа. А с этим средством это можно избежать. Так что, девочки, в принципе, оно не очень дорого стоит, то есть, как любой продукт, наверное, в шаговой доступности, тот же L'Oréal масло для волос, либо Garnier Fructis. Это примерно в той же ценовой политике, я думаю, если будет возможность ее где-то встретить и купить, конечно же, воспользуйтесь. Сейчас я просто допользую это средство и буду покупать себе новое, подобное, либо еще что-то выберу из этой марки. Но я просто действительно, я в восторге от данных продуктов. Ну вот, девочки, это было не слишком большое видео данных продуктов. Я надеюсь, не слишком много времени у вас отняла. И для вас, вы для себя подчеркнули какую-то интересную информацию при выборе продукции. Вдруг вы задумались, и вы хотите взять продукцию Капус, и вы думаете, что вам взять. Надеюсь, вам хоть как-то я буду полезна при этом выборе. И если, конечно, вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. А я вам желаю красоты, любви, нежности. Ухаживайте за собой, желаю вам хороших скидок. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую, всем пока-пока.